Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан Отец и Хаммер Сын. Мы продолжаем играть в GTA Online, сейчас давай встретимся. А, вот, ты показан, а ты рядом. Так я дома. А, ну тогда мне 700 метров до тебя. А давай я на машине все-таки, ну отдельно будем, мало ли, или на одной. Давай отдельно машину. Я что-то уже как-то... у тебя почти. Так, сейчас я до машины дойду. А-а-а, я перевернулся! Нет, не перевернулся. Па-па-па-па-пам. Я выезжаю из гаража. А я тебя жду. Ты уже выехал? Я сейчас... Выехал из гаража. Уэээ! А, это ты... Я случайно. Так. Значит, мне надо починить машину. Сейчас смотрим, куда я могу. Что ж такое-то? Так, гонки показали. Что еще? Что тут есть еще? У меня подсветка такая. Гонки по воздуху, по воде, на байках. А может быть разные гонки показать? По воздуху, по воде. Ну, по воздуху мы там неинтересно будет. Мы падать. Я не умею летать. По воде давай. По воде давай. Это где? Их всего две. Ну вот это поближе. А на речке или на озере будем? На речке или на... А где показано? Ну одна вот на озере есть. А как ты понимаешь? Ну озеро это большая, много воды где. А речка это мало воды. Давай по озеру. Давай. Только до туда доехать. Ну давай, короче, едем. Да доедем, ты чё? 5 километров осилим. А кто быстрее доедет? Так. Да я уже там. Кто быстрее доедет? Все. Соревнование. У нас ещё свое соревнование такое. Кто быстрее доедет? Хаммер, я тебя догоню. Так у тебя это преимущество, знаешь, какое? Какое? Ой. Потому что у меня машина может сгореть. Так, подожди. А как же камера здесь, чтобы поворачивалась камера сама? Не помнишь? Я не понимаю. Я не знаю такого. Там надо в горы еще ехать там. А, вот все, я вижу. Там на V нажимаешь, там разные камеры. Да. Как бы близко, далеко, она сама поворачивается, ты поворачиваешь. В общем, как-то так. Я отдалил по максимуму. А ты когда отдалил, она сама поворачивает? Она не поворачивает. А, вот. А есть, когда на среднюю, она сама поворачивает. А что поворачивается? Камера. В смысле поворачивается сама? Ну, сама поворачивается, куда машина едет. А, когда... Ты на первую когда, да? Ну, как там? Нет. На вторую. Или как там? Я не знаю, как, что ты имеешь в виду. Короче, не задумывайся, ладно. Я сделал, как мне удобно. Ты делаешь, как тебе удобно. Поехали быстрее. Я уже, у меня уже 3 километра осталось. Ну да, ты первый, значит, доедешь. А у тебя сколько? А я не знаю, где смотреть. 4 километра. Ты там в горы не вылети. Ты бы видел сейчас, как я срезал большой кусок участка. У меня сейчас 3 километра стало. А у меня 3.40. 3.30. А? Тут же можно как бы не по дороге ехать. Ну да. А, тут речка, я чуть в речку не... О, упал. Мне все бибикают. А, я упал в речку! В речку. Все, покатился по речке. Гречку. Ладно, у меня джип. Куда ты, джип? Нет, у меня какое-то путешествие доехать до точки, до этой. Да я уже доехал. А ты, понятно, ты по дороге, а я летаю. Я летаю между дорог. А что ты по дороге как спокойно не едешь, а? А, я опять в речку. Какая речка? Не гречка, а речка. Там песок, а не речка. Речка. Печка. Вау. Слушай, а мне даже нравится просто тут ездить. Вообще куда-то едешь, просто прикольно тоже.
Бездорожье такое. А я между Сосной и... Ребят, я от первого лица поезжу. Да, от первого лица. Вот стрелять от первого лица, я согласен, нормально. А ездить от первого лица неудобно, да. Причем, когда ты еще падаешь. Так, у меня 2 километра. У меня уже 700 метров. Ты первый, да, приедешь. Сколько километров у тебя? У меня 2 километра. О, так я уже проехал по сравнению с тобой. Стой, хай. А то у меня на радаре уже пропал. Я пропал? Да. Я тут. Речка, гречка, я упал в нее. Речка, гречка. Смотри, вау, вот тут мы будем ездить. Не отвлекай, я это сама. А, ну ты почти доехал. А ты чего второй рукой не держишь? Я в воде вообще, я плаваю, я уже начинаю гонку под водой. Смотри, я под водой. Вау. Тот транспорт уронился. Вы позвоните в Most Wanted и оформите страховой случай. Ребята, мне нужно позвонить. Ты сейчас задыхаешься уже. Позвонить в Most Wanted. Ты умер уже. А как позвонить в Most Wanted? Позвонить. Контакты. Most Wanted. Я умер. Ты задохнулся. Я задохнулся. Я уже проехал вот круг. Так. Гонка. Слушай, а я где? О, я рядом, рядом, Хаммер, я рядом. Я поплаваю пока. Я рядом, а как мне добежать? А где машина-то? А как вызвать машину, ребят? Контакты. Hammer, Don't, Car, Corporation, Most Wanted. А Don't, Car, Corporation это что такое? Не знаю. Алло, мне нужна машина, алло. Да не туда ты звонишь. Что? Не туда ты звонишь. Так там вытаскивать, а тут машину дают. Смотри. Что? Вот, Most Wanted Instrument. Так это вытаскивают, а я позвоню, чтобы машину подогнали мне, мою. А ты отплатил уже страховой случай? Нет. Вот, я такси вызвал. О, извиняюсь. Папа, ты оплати свою машину, а то она у тебя пропадет навсегда. Да? А что ты мне сразу не сказал? Я тебе сказал, плати быстрей. Вот, сюда. Most Wanted. О, как все запутано. Жесть. Я поплаваю пока. Девушка. Оплати, Эндер. Заплатить мне надо. Заплатить. Все, оплатил ты. 1000 взяли, вы... Ты грабеж среди бела дня. Грабеж. За папа, что? Папа, я рыбки вижу. Рыбки, где вы? Сейчас ты задохнешься, рыбки. Нет, я первый. Мне на такси, я на такси, значит, сейчас приеду. Рыбки, я задохнулся, я к вам плыву. Начальник, едем. Куда мы едем? Выбрать цель, напиши. А я не... А куда? А, у меня выбрано же уже, да? Ну да. Ну, у меня уже по GPS было выбрано. А. Фу. Поехали в кроссовках кататься. Давно я тебя поджидал. Не пей. Не пей. Не ешь. Не ешь. В кустах сидишь. Поехали на такси мы на желтом. Синем. А я по горам буду лазить. Мужик, можешь побыстрее? Побыстрее, мне Хаммер ждет. У меня машину затопил, я сам. Давай быстрее, мужик. Я затопил машину. Я бы на своей поехал, но она там вся в водорослях. И в пиявках. Давай быстрее. Подавь. А что там кричат? Слушай, там в палатках люди, и они кричат в палатках, их там кто-то убивает. А за нами какой-то квадроцикл едет. Я пытаюсь выбраться. Мужик, давай быстрее, там Хаммер уже первый. Ура, я выбрался на сушу.
Да давай, ты быстрее, мы на лодках будем кататься. Опять кормить. Я вижу тебя, привет, привет, это я ты? Там стою. Хаммер, я тут... А я на такси собью, тут. Собью, собью. Хаммер в кустах. Стой, мужик, там Хаммер. Да куда ты поехал? Я его сейчас убью. Понял. Сесть в такси. Не надо. Все, пошли. Пойдем, показывай. А я тут без машины, понимаешь. А сесть на $20. У меня как-то это... Чуть не упал. В кружочек пойдем? Пойдем мы в кружочек кататься. Пам-пам. Я первый достал. У меня мой телефон зазвонил. Телефон. Как нам покататься? Давайте на лодках. Заплатим сколько на лодках, хотите. На катамаранах, на байдарках, на парусниках, на шлюпке. На яхтах. На яхтах, на кораблях, на барже, на барже. На вертолете. Почему он же не плавает? О, точно. Вдвоем. Все, давай, ты. Класс катера. Полдень, погода текущая, ясно. Не надо в дождь. Дорожное движение. Какое дорожное движение? На воде, что ли? Велосипеды. Включено. Уровень розыска выключен. Перехват. Это что значит перехват? Дать шанс игрокам, которые отстают в гонке. Ну дай мне шанс, я буду отставать. А как нажать? А все, он включен в кул. А, вот этот перехват? Да. Ну пусть перехватывает что-то, я не знаю, что это такое. Дай мне шанс, я буду отставать. Так, что? Катера, что еще есть? Ну ладно, давай на катера. А там дальше ничего нет. А, все, катера, все, давай, полдень, ясно, все, начинаем. Поехали, быстрее, Хаммер. А как нажать? Быстрее. Выбор. Enter. А, как начать? А, выйти из дела не хочу. Параметры. Точки до точки. А чё, почему? От 1 до 8 человек. 2 из 8. То есть 8 человек, что ли, ждать? Нет. Тут написано, что от 1 человека до 8. А, то есть один может кататься, да? Да. Так, а может мне готово на сетевой список лидеров, карта, выйти, выбор. А, ты готов, нажми как-нибудь там. А что у меня написано? Вошел. Список лидеров, параметры. Где тут? Минимальный уровень первый. Гонка по воде. А, минимальный... Так, игроков от 1 до 8. Ну, нас двое. И? Не получилось у нас с тобой покататься. И, ребят, напишите, почему у нас не получается? Я не знаю. Тап. Ну, нет, тап мне не нужен. Я не вижу. Подтвердить настройки, вот, наверное. Игра. Вот. Начать дело после того, как приглашения будут разосланы. Давай. Нет, мы это приглашение всему серверу разошлем. Разошлем? Да. А что такое приглашение пользователей? Можно выключить приглашение пользователей? Подборка игроков закрыто. Вот закрыто, нажми. Вот. Еще нажми. Открыто. А, рассылка приглашения игрокам. Не, а вдвоем мы не сможем покататься? Закрыто. Мы друзья. Вот же у тебя есть. Пригласить. Подробно игроков. Автоприглашение всех из данной сессии. Всех из данной сессии. По данной сессии. По прошедшему делу. Мои друзья. Игроки из подходящего уровня. Посмотреть информацию. Приглашение игроков. Игра. Пригласить ваших друзей. А ты куда ты нажал вообще? Не знаю. Я нажал на подтвердить настройки. Подтвердить настройки? Вот, подтвердил. И у меня это сделано. Все, закрыто. А теперь... Ну давай пригласим кого-нибудь, давай. Начать дело пригласить, давай, да? Давай, нам показать, так, ребята. Так, все, мы уже запуск столько сессии. Времени уже ничего не делаем. Вот, все. А, мы с тобой вдвоем.
Ну вот, надо было давно так нажать уже. Выбирай. Я выбрал какой-то. О, Катя какой. О, лодка резиновая. Во, красный коктейль. Я тоже хочу. Ой, мне клюкать там что-то сильно. Белый. Все, как подтвердить? Подтвердить. Как подтвердить? Вон, это кнопка подтвердить. Где? Где? А если без ставки, можно? Да. Как это? Готов? Готов к игре там, под победной фишкой. А, готов, все, готов. Фух, ребята, извините, но а мы... у меня тоже такая же. А, мы пока поняли, как это все тут запускать. Жесть какая-то. Куда едем? Не знаю. А на карте, наверное, показано? Наверное, да, там вот фишки. Есть! Е-ху! А! Че пихаешься? А, не пихаешься, у меня. Ты вот на эти не забывай заезжать. Ну я заезжаю. Вперед! Ну че толкаешься-то? Че толкаешься-то? Ну. Отлично, я вырвался на первое место. Честно, толкунчик. А как еще вырваться? Я послушаю, летаю. Я тоже. Как машина, слушай. Папа, а если ты на первое место вырвешься, тебе это уровень поднимется. Ай-яй-яй, я тут прям вот падаю везде. Вперед. Стоять. Я знаешь, я через песок перепрыгиваю, понимаешь? А, я на пляж заехал, на какие-то этих, на к туристам. Там финиш. Подожди меня, Хамик. Финиш. Подожди. И я победил. Я в тебя сейчас врежусь. Ай, не врезался. Вы финишировали первым. Вы вторым. Время. Что такое GP? GP. Ну, это GP, не значит. Тебе уровень повысили немножко. Ого, немножко уровень повысили. Я лыжник. Это лыжник. Есть. Так, ребята, мы показали вам гонки на... в воде. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.